Всем привет! Меня зовут Татьяна Касаткина, я интернет-предприниматель, участница проекта Lucky Marathon. И сегодня очередное задание было ответить на вопрос, азартный ли я человек. Я 100% могу сказать, что я человек абсолютно не азартный. И даже если что-то какое-то происходит, какое-то событие, вроде бы надо бежать, что-то делать, я сначала всегда останавливаюсь, всегда что-то взвешиваю, смотрю, надо мне это или не надо. То есть бывают, конечно, такие моменты, что я так раз и с каким-то с азартом включилась. Но это бывает крайне редко. Не знаю, хорошо это или плохо. А как бывает у вас с азартом? Пишите мне комментарии. Всем пока!